Всем привет! Продолжаем наши путешествия по миру. Вот в Эстонии, в Таллине нашел такой красивый дом. Называется «Дом у дракона». Это здание в стиле арт-нуво, но вот настоящий арт-нуво, построенный по проекту Жака Розенбаума в 1910 году. Ну, некоторые говорят, что в 1908. То есть, как бы, не совпадают данные немножко. Ну, будем считать, что в 1910 году. На первом этаже расположилась небольшая художественная галерея. Там представлены работы эстонских художников. Напротив, кстати, находится почти российское посольство. А Розенбаум происходил из балтийско-германской буржуазной семьи. Ну и говорят, что имел, возможно, еврейских предков. Его отец был адвокатом, дедушка архитектором. Розенбаум вырос в Хапсалу, Таллине. В 1897 году он женился на Адриене Кирковиус. У пары было пятеро детей. В 1896 году Розенбаум начал учебу по химии и архитектуре в Рижском политехническом институте. Закончил в 1904 году и после этого стал городским архитектором Тарту. В 1907 году он покинул этот пост городского архитектора в Тарту и переехал в Таллин, где вот, понимаешь, сделал такой, спроектировал дом. В 1919 году он переехал с семьей в Германию и вернулся в Таллин в 1920 году. В 1928 он опять переехал в Германию и вместе с женой вступил в нацистскую партию. В 1932 году, кстати, работал в Люфтваффе на различных технических должностях, а потом в Министерстве вооружений и военного производства. Умер он в 1944 году в Берлине. Большинство работ этого архитектора классифицируется как арт-нуво. Сильное влияние на него оказало движение арт-нуво в Риге в начале 20 века, а также финский национальный романтизм. Кстати, он проектировал заводы, даже одну пожарную станцию. В этом доме, на этом доме выполнен в стиле модерн, арт-нуво, с рельефами причудливых животных, драконов, переплетенных растений, фигурами древних египтянок. Ну и, кстати, это наиболее значительное сооружение в стиле модерн. Ну вот все. Все, пока. Всем привет. Такой вот дом называется «Дом у дракона» по проекту Жака Розенбаума в Таллине. Все, всем пока, всем привет. До свидания.